Так, ну-ка, что мне там с карточками? Хватает уже Рону? Да, если это она 350 стоит? Да. Это он с Гермионой там стоит. О, это... Это что ли Гринделоу? А то тогда что было? Где там? Это не у него вроде бы было. Да, вот этот что? Я думал, что это Гринделоу. Так, что у Гермиона есть все, у Рона тоже есть все. У Гарри нету... У Гарри тоже есть все. Грюм. О, это он вот на третьем задании. То есть у меня... Я купил все, что в данный момент доступно за всех. Да ведь? Да, у всех по 4 набора. Да, офигеть. Ну-ка, тут что-нибудь есть у нас? Башня Хогвартса, набор 1. Это, походу, исчезающие карты. Да, и драконы. И все такое. Ну да. Ладно. Так. Послушай, есть что-нибудь такое? Вот так у болотника все. Фламандры, все, магический удар, Лапифорс, и Бублио, Инфлатус. Она двигается. Ух ты, да. Ну-ка, этот. Тоже, да? Лол. О, у Шиплинга все есть, и магический удар, и Полус, и Мелофорс, и Орбис. А что ты дальше играешь беззвучно? Соплохвост, магический удар, и Авифорс только есть, Инфлатус, и Даклифорс нет. Ну-ка. Опасно, да. Шмель вампир, магический удар, Вермикулус. Этого нету. Все, да. Так, пришло время идти на травологию. У меня все есть, поэтому буду играть за Гарри. А все равно все, что пока доступно, я уже купил. Так. Я знаю, где есть три щита, которые я смогу спокойно взять. А вот тут... Ах, тут надо будет пробираться через вот это место ужасное. Так, это внизу что-то там щит, что ли? Нет, это... Карточка! Я как я успею ее взять? Я не знаю, как к ней как до нее добраться. Черт. Что делать? Шмель сейчас появится ведь еще. Вот мне жизнь усложнять. Сразу эти, вы что, издеваетесь? Вы совсем издеваетесь? Или еще. Или чуть-чуть? Вермикул! Да, как карточку я уже не возьму, я чувствую. Бегаешь, кого-то у тебя ноги кривые. Ха-ха-ха.
вот это надо сделать большое самое. Ой, еще один появился, супер просто. Так, побегай туда, иду, мне туда надо. Да не их, сцена надо. Вермикулус! Вермикулус! Яуч! Естественно. Карфа-ретракту! Карточка уже давным-давно исчезла. Нафига мне вот эти штуковины? Гербивитус! Ай! Ненавижу. Вермикулус! Карпоритрактум! Так это для чего? А, это что-то я могу, чтобы она шмелей привлекала. Так, все, она уже их не привлекает. Карпоритрактум! Окей, окей, бомбанул, отлично. Пойду сейчас туда. Карточка уже, естественно, исчезла, но щиток там еще есть. Лопатка. О, все пять. Вообще. Кто-то сделал цветок? Нет. А что это там такое шумное, что такое? Так. Ты говно. Гербивитус! Не в меня же! Ладно, хоть я успел сделать это все. Тут три щита вроде, или два. Два вроде бы. Которые я могу сейчас взять. Хотя бы шмелей нету вот в этой части уровня. Ну. Бегом! Ну зачем? О, лягушка, да ладно, ура! Они мне нужны очень сильно. Карфа-ретрактум! Да уйдите вы, дебилы, тупые, с дороги. Рон, ты вообще тупой, просто невероятно. Я самородок. Что? Какой еще нафиг самородок, что за бред? Десять новых карточек, чего? За что? Мне больше всего интересно. Это он в кабинете Дамблдора, вон там сидит Фокс. Так, ладно, интересно. Это она с Крамом танцует. Так.
О, они что-то там какие-то хмурые. Так. Так, значит, мне снова за всех надо играть, потому что опять у всех не хватают карточки. Травология. Так, загари снова. Так, все, сейчас надо попробую забрать сейчас все-таки эту исчезающую карточку. То есть надо будет просто очень быстро туда бежать. Давай. Чербивикус! Просто на максимуме. Шершни, то шмелеете, какая разница, все равно все уроды. А, уйди, уйди. Делай гербивикус. Быстро. Пока шмель не ожил. Отлично. Отвлекайте его. Че ты бежишь опять криво как-то, вообще невероятно криво. На уже то точно знаю, куда именно мне надо идти, поэтому это будет, думаю, нетрудно. Чербивикус! Опс! Давай быстрее, быстрее, быстрее! Вот так вот. Так ты. Чербивикус! Ты нафига сюда спустился? Ты ж там летал, там и летай. Там летать я тебе не запрещаю. Пожалуйста. Я успеваю? Да, я успеваю. Акцио! Ай, быстро, ну чё ты как криво. Есть! Ура! Теперь пойду забирать тот щит, который вон там еще один есть. Тот в той же стороне. И потом мне уже больше не придется в это болото возвращаться. Ура! Ай, ты! Пошел в жопу, пошел в жопу. Гербивикус! Так, вон, большая самая. Так, не смей. Ага, отлично, я тут. Я снова я подберу там лягушку. Я знаю одно место в башне Хогвартса, где есть сразу две лягушки, так что, может, я там их просто пофармлю, чтобы мне их было много. Так, это Гермионе надо. Ладно. Где она сама? Вот она. Да, ей что-нибудь надо, ей вылечиться надо. Надо будет мне в башне Хогвартса, там в одном месте две лягушки есть, там их по несколько раз там побегать, их все, их пособирать. А то их у меня уже маловато становится. Ай-яй, я не успел. Черт. Точнее, я слишком рано отпустил заклинание. Так, где ты? Жаба. Жаба. Где она? Акцио! Я что, ее потерял? Нечестно. Да ну. Ну вот, я даже ее не взял. Так, тут ничего не, да? Карпа ретрактум! А, ну за супер ценный. Успокойся, Рон. Вот, теперь тут есть котел, как я и знал, что он здесь будет. Чербивикус!
Вот и все. Одна новая карточка, это по-любому за шмеля. Или что-нибудь еще. А, это, наверное, как раз та, которая исчезающая. Так. 75 конфеток, ничего не хватит. А, хватит. Прям как раз. Дамблдор и Грюм, это воспоминания, там, где они... Там, где был суд, это то же самое, что было. Тут было еще это где-нибудь. Это вроде у Гермиона где-то было. Да, вот, вот это вот как раз. Вот это вот. О! О! После второго тура. Ничего. Ладно, теперь надо играть за Рона, потому что у него двух не хватает, а у остальных всех одной. Травология, теперь же в ту сторону идти не надо, это очень, это приятно. Так. Тут, надеюсь, этого слова хвоста снова не будет ужасного. И что будет, если я камешек вот сюда вот закину? Зря! Зря я это сделал. Вермикулус! А нет, я наоборот, мне кажется, это хорошо, что я так сделал. Что они теперь не смогут оттуда прилетать. Ай, да ты чё? Ну-ка. О, конфетка. Да, так, вот тут прям вот тут, вот тут есть щит. Который это, да, я говорил, почему я не могу его взять. Вингардиум Левиоса. Ай, ну, блин, что-то... Неаккуратненько. Так, сейчас я вот туда встану лучше. Вингардиум Левиоса! Гермиона, не надо так близко стоять сейчас. Он тебя ударит ведь. Ну, отходи, еще отходи. Вот. Так, теперь вот сюда встанем все. Давайте иди сюда. И давай немножко подвинем. О. Да, сейчас я, может, где-нибудь там вот в конце, когда сейчас сюда пойду, в любом там найду последнюю статую дракона.